Всем привет, друзья! С вами Светлана. Время вносить удобрения и подкармливать свои растения. Эта зима для них была очень суровой, потому что отопительный сезон как никогда у нас прям мощный. За окном морозы до 20 бывали, и я считаю, что самое время внести подкормку. Мне доставили такой вот грунт 12 килограмм, бедный курьер, кстати, хотела помочь выйти, но мужчина, он и в Африке мужчина, сказал, не дам я тебе эти тяжести тащить. Здесь у меня вот такой вот верховой торф, и я сейчас займусь удобрением своих растений. В общем, я поставила свои растения, какие-то, возможно, даже не будут трогать. Некоторые уже нуждаются в горшочках побольше, вот уже масяня тут посматривает. Некоторые у меня, к сожалению, не перезимовали, но тут приходится подстраиваться под большинство растений. У всех разный режим зимовки, поэтому выжили те, которые молодцы, я считаю. Есть те, которые я не буду ничего с ними делать. Например, фикусы, которые прекрасно осенью пересаживала. И вот новый мой цветок, который я из Лазаревского принесла, он тоже в норме. Это отдельный вид монстеры, который с белыми пятнышками. Ну, а остальные у нас ждет пересадка и пополнение земли с удобрениями. Вы же не думаете, что это очень легко и чисто. Нет, нет, нет. Это действительно очень грязно. Вот и все мои растения рассаженные, пересаженные. Теперь ждем весны. Одну фиалку я не трогала. Знаете почему? Потому что сейчас рановато ее трогать. Она, во-первых, цветет. И под ней еще будет один бутон, поэтому пока не трогаю. Но мне кажется, надо ей горшочку побольше.